Да, что-то захотелось в гвинт поиграть. У нас еще вроде как в Велине есть гвинт. Так, тут квест какой-то, не помню, что за квест. Надо посмотреть. Этот мужик стоит до сих пор. Он, наверное, типа забагался. Ты знаешь меня? Я не знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть... Я хочу спросить... Ну да, я играю в гвинт. Да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Разложим карты?
Как оно бывает с этим ясновидением. Я знаю, где по осени вырастут крупные маслята. А вот как играть, чтобы выиграть, поди знай. Возьми эту карту, она твоя по праву. Красивая вышла победа. Ты слышал про каких-нибудь других игроков? Вели не для тебя один достойный противник. В деревушке Подлесье живет. Гадко. Глянешь на него, дурак дураком. Но игрок знатный. Квест выполнить этого мужика надо. О, ты вернулся. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай. Я вижу белого волка. Он смотрит, как великая змея кусает и пожирает серебряную лилию. Он хочет ее остановить, но змея быстрее. Лилия должна погибнуть. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Посмотрим, может, оно еще там. Пришел упиваться нашим несчастьем.
Интересно, старик и правда увидит с ним будущее? О, ты вернулся. У меня есть то, о чем ты просил. Спасибо. Дай мне минуту. Идет вперед к одинокой башне наперекор метели. Он идет по следу ласточки. Но ласточка не слушает волчьего воя. Она взлетает высоко-высоко. Она знает, что это ее последний полет. Эстуахесса, да будет так. Внемлите знамением. Мир умрет, погруженный в холод, и возродится с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хен и Хаэр, из зерна засеянного. Пророчество Итлины. Оставь меня. Иди. Иди уже. Так, что у нас тут? Гелен 13 карт, Новиград 19, Скеллиги 15, Визима. Надо будет туда протянуться, сыграть. Кайр Морхен это вроде как Ламберт. С ним сыграть. Ну и 29 еще. Амулетики? Покажи мне. Зубы мертвецов? Прощай. Мой снова покащился. Может, мне старика вручу?
Играешь в Гвинт? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Ну давай сыграем. Зараза. Гадко, может, и не умный, если найдет гриб, так поганку. Но в карты Гадко играть умеет. А Гадко не хочет поиграть в Гвинт? Хочет. Ну, давай сыграем. Thank you.
Гадко проиграл. Бывает и так. Награда твоя. Бери. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Сударь, у нас кругом кошмары. Куда боги привели? Домовые с могилы. Кружку мне, о руке, оставь! Не мотай! Так уже... Как тебя, бароновы люди, кнутом проучат, не будешь? Привет вам! Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят! Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. Сыграем. Thank you.
Признаюсь, я недооценил тебя. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. Не будешь такой заносчивый. Шахты он набрал бабушки с удовольствием. Зимородок. Откуда такое название? Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Зимородок, птица чести, что увяз в отхожем месте. Да, слышал. И о принцессе Пенелопе, что топилась в речке, Зопе тоже. Ну, во всяком случае, зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Чем сегодня кормят? А кормят картами. Я ищу, с кем бы сыграть в гвинт. Ну, ты по адресу. Если будем играть, я поставлю уникальную карту из моей коллекции. Ясно. Сыграем.
твоя. Глядишь ты, какая уродина. Могу служить. Ты играешь в Гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Так играешь или нет? Да, да, играю. Так давай играть. Может, на уникальную карту? Почему нет?
Вот не припомню, когда так позорно проигрывал. Карта ваша. Ты сделал все возможное. У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, маркиза Сиренити. Она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю. Вот мне интересно, вот тут что за квест? Только надо съездить. Выходи на бой! В этот раз ты так легко не отделаешься! Да ты приятелей привел. Они что, все деви ягодки обед приносили? Нет. Справедливее будет, если мы выйдем на тебя сам третий. Да? Да, ибо ты обманул. Ты не сказал, что ты ведьмак. Идите лучше домой. Распитесь. Утро вечера мудреней. Это верно. Не знаю, как вы, а меня что-то в сон потянуло. Там для нас ничего нет. Скользкий ты какой достается мне. Кроны сами из кошелька выскакивают. Покажи, что там у тебя. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием.
Не знаю, буду я что-нибудь... Да из тебя попрошайка покруче выйдет, чем из меня. Само твое присутствие оскорбляет вечно. Но! А когда ты последний раз мыл голову? Очередной приблуда из семьи. Не задерживаться! Холера, опять я потерялся. Вот там! Одни воры, девки-убийцы! Белый волк, добро пожаловать в Пассифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. С того времени все тут так и работают? Куда там? В нашем деле все быстро меняется. Толстая Берта вышла за купца.
Элла открыла свое дело, а вишенка в святилище — это все молится. Только я тут и осталась. Ну так что, позвать девочек? Помни только, это заведение культурное, с лапами сразу не лезь. Девушки у нас с образованием, с ними и поговорить можно, если есть желание. Я бы хотел кое-что купить. Вот, карточки. Бывай. Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Как взгляну на тебя, начинаю жалеть, что я отошла от дела. Интересно, ты играешь в гринд? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно скучна. Хочешь сыграть партию? Да, пожалуй. Thank you.
не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя. Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу по поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... надзирает. Вот именно. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши. Кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Хуберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Прощай. Похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Из него высосали кровь. Низший вампир. Кто сеет гречку спросом, тот ходит. Ну, от холера! Космы у тебя белые, как у сына мельника. Ха-ха-ха!
Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, Волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе половина. Так уж и быть, уступаю. Я тебя догоню. Подождешь? Ладно, только не копайся. Ты знаешь, где резиденция надзирателя? Да, у меня там была милая беседа с одним стражником. До свидания. Пойдем за наградой. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся, а ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виенной? Она круглые сутки пьет у семи котов. Ну вот видишь... Так уж необходимо было его убивать. Да.
Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в Семи Котах, и там я все объясню. В корчме, где сидит Виена? Ну да, увидимся.